Внимание всем, с вами опять я, Наи Порошин. Значит, смотрите, мужики, я вам обещал, что буду интересные вещи показывать. Значит, многие там в интернете, прочее, очень много людей, значит, как его, спрашивают. А вот у меня вот машина завелась, она потом плохо заводится, она поработает сразу, а потом глохнет. Вот примерно такая же машина и пришла ко мне вчера, ну, горячая. Я ей объяснил, что, говорю, давайте сейчас я кое-что сделал, я ему, конечно, зазорчик там попробовал, вон, на этом, на пусковом устройстве, вон, немножечко прибавил, немножко этот винт, чуть-чуть, ну, побольше сделал. Здесь тоже увеличил чуть-чуть, угу. Здесь. Вот сейчас, смотрите, хозяин сел в машину, у нас ветер, снег идет, дождем, неудобно снимать. Короче, сейчас мы будем с вами это дело проверять. Как она, что происходит, я буду вам говорить. Значит так, подсос дерните. Дернули. Как я учил, два раза педалью. Раз, два, хватит. Подождем немножко. Подождем, говорит, твою мать, да? Так, ладно. А теперь, сейчас скажу я, что сделать. Значит, ты свети, Рафаэль. Ну, давайте, сцепление выжмите, ничего не трогая. Все только, сцепление выжили, все, и стартуем. Смотрите, воздушка сработала. Ждем. Ну и вот, выйди сюда, выйди. Отпускай сцепление. Так, тихо. А что, ты убрал подсос, что ли? Не убрал подсос? А? А зачем? Почему вы боитесь-то? Подсос-то, пацан, убирай. Вот и все, пусть ревет, ничего страшного нет. Хотите обороты? Возьмите вон там на 7 ключей. Вот этот винтик вот, а ты свети туда. Убавляйте себе обороты. То есть вот так вот, да, вот так вот. Убавляйте, что-то надо. Не бойтесь никогда, что она ревет. Хрен с ним, пусть ревет. Это машина, это не трактор. Причем легковая, хорошая спортивная машина. Ну вот достаточно, хватит, наверное. Сколько оборотов дает она? Вы убрали подсос сколько? Еще? Ну-ка туда свети. Ну как нет, вы же убрали подсос. Ну-ка дерни подсос до конца. А говорит убрал. Заводить. И так ты видишь. Но вот этим винтиком вон тем,
ну, не нравится вам обороты, ну, боитесь вы оборот, ну, бак чуть-чуть. То есть будут морозы покрепче, минус 20, минус 25. С маленькими оборотами не завязывайте, она будет тук-тук-тук, пока масло там развяжется. Убирайте подсос и глушите машину. Все, сколько будет стоять? Да. Подсос, вот так вот оставьте, оставьте. Итак, ребята, внимание всем, с вами был я, Наиль Порошин. Вот я еще раз вам показал, как машина заводится при пуске. Что должно происходить с воздушной заслонкой. До новых встреч, до новых роликов. Все, всем счастливо.